В Болгарии в результате полицейской операции задержан экс-премьер-министр этой страны Бойко Борисов. Ранее прошли обыски у него и некоторых других политиков. Это подтвердили в правительстве в Болгарии и в партии ГЕРБ. В конце прошлой недели Борисова переизбрали на пост ее председателя. Накануне Болгарию посетила глава Европейской прокуратуры Лаура Кёвиши. Она заявила, что получила около 120 жалоб на неправомерное использование европейских средств, полученных Софией во время правления Борисова. Речь идет о фондах, связанных с разного рода субсидиями, и о средствах, выделенных на борьбу с коронавирусом.